Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 11 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Петра, Сергия, Иоанна, Анны, Николая, Севастиана. Мир и благословение Божье да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь также совершает память святителя Порфирия, епископа Гасского. Когда святой Порфирий по своему избранию во епископа отправился в город Газу, место своего служения, то городские жители, большей частью грубые язычники, ненавидевшие христиан, узнав о приближении епископа, набросали на дороге терну, наделали ям и зажгли кучи навоза, чтобы посмеяться над христианами, которых с женами и детьми было не более 280 человек. С такими исступленными язычниками пришлось жить святителю Порфирию. Те, которые еще не видя его, старались оскорблять. Но смиренный пастырь помнил наставление Господа и платил за зло добром. Так во время бездождя он, совершив крестный ход за город, помолился и в тот же день испросил дождь у Бога. И язычники, которые до этого 7 дней бесполезно приносили жертвы своим богам, увидели, что святой Порфирий – угодник истинного Бога, и сотнями начали обращаться к вере Христовой.